В России празднуют День Конституции. Сегодня главному закону страны 25 лет. Уже четверть века Конституция утверждает свободу и права граждан. Одно из них – право на защиту. Прокуратура напоминает, каждый человек имеет право на получение юридической помощи, а в случае задержания – на бесплатного адвоката. Также важно право на защиту своего дома. Конституция гарантировано право на неприкосновенное жилище, и никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, кроме случаев, отдельно предусмотренных федеральным законом. А так, например, следователь вправе провести обыск жилища только на основании судебного решения. За соблюдением закона следит прокуратура. Они рассматривают жалобы о действиях или бездействии правоохранительных органов. Если вы считаете, что ваше право на защиту нарушено, обращайтесь к специалистам Химкинской прокуратуры.